Производство мебели в Нижегородской области за последние полгода выросло в два раза. Основные причины – уход с рынка иностранных компаний и повышение производительности труда на фабриках благодаря внедрению так называемого бережливого производства. Начали активно внедрять национальный проект «Производительность труда». После произведенных мероприятий удалось увеличить производительность и выпуск товара на 30%. Наше предприятие активно работает с отечественными поставщиками. Все основное сырье мы закупаем на территории Российской Федерации. Также поставщики есть из Китая. Все возможные, которые на сегодняшний момент поддержки, которые есть в Нижегородской области, мы стараемся активно изучать и использовать. Это и компенсация части затрат на приобретение нового оборудования. Ассортимент фабрики очень широкий, он составляет более 2000 наименований. Без мебели точно не останемся, в этом нет никаких сомнений. Общий индекс промышленного производства составил 103,5%, в обработке 103,7%. Основной рост за этот период показали такие отрасли, как производство мебели, металлургия и деревообработка. Соответственно, производство мебели у нас в области выросло в два раза. Металлурги увеличили объем выпускаемой продукции на 30% и деревообработка на 20%. Производство мебели в области увеличилось не случайно. Это связано в том числе с закрытием иностранных магазинов, иностранных производств. Соответственно, спрос вырос. И здесь очень важно отметить, что наше фанерное производство, которое существует в области, в связи с ограничением экспорта, перенаправили свои ресурсы на поддержку мебельных производств. Все крупные фабрики имеют достаточно большое количество заказов. И очень важно, что у нас рост углубленной переработки древесины.